Сейчас мы с вами пойдем в магазин Pink. Это от Victoria's Secret отдел. Посмотрим, если найду себе пару каких-нибудь футболочек просто на каждый день, то у меня все они рваные уже какие-то. Сейчас посмотрю и включусь, посмотрим здесь по ценам. В общем, я решила, сначала мы с вами пройдемся, посмотрим здесь, а потом я уже посмотрю, что я себе найду. Тут, допустим, вот такая пинк кофточка. Стоит она 49,95. Здесь не бывает скидок. Вот акция есть 5 за 28, всякие разные труселя. Лифчики. I wake up for this. Это, как бы сказать, более молодежная такая здесь, скажем так, отдел. И сразу же идет выход в Victoria's Secret саму, где уже более такое женственное все. И всякие эти прыскалки, духи. 2 за 48 вот эти лифчики идут. Здесь, видите, небольшой отдел, он маленький здесь. В других больших молах намного больше он идет. Вот такие лифчики нарядно, парадно-выходные, за $38. Да, у них иногда бывают скидки, там, допустим, 2 лифчика, 2 там за 40, 2 за 50. Но очень редко, смотрите, My Day. Видите? Это для воркаута лифчики такие, маечки. Мне не нравятся такие, если честно. Сколько он стоит? Где же цена-то у нас? Сейчас посмотрим. Главное, бы кофе не пролить на этот лифчик. Цена есть. Видимо, цены нету. Цены нет. Спрятали куда-то. Вот здесь у них даже своя коллекция от нашего International University есть. Здесь всякие. Вот такая пинг-футболочка, 49,95 стоит. Шорты, майки. Майами. Смотрите, Victoria's Secret тоже начали свои бомбочки выставлять сейчас. Бомбочки для мамы, смотрите. Раньше не было. Пахнет очень вкусно. Пахнет как их вот эти брызгалки. Я хочу сейчас, кстати, одну брызгалку взять себе. Потому что в зал, куда я хожу брызгаться. Так, что это у нас? Coconut hand cream. Хэндкрим мне тоже нужно, мне постоянно руки сушат. У меня вот такая брызгалка есть. Очень давно уже я ее покупала, но мне до сих пор нравится. Так, что с чем этот крем? -то? Ванильный, коконат и еще какой-то. Возьму себе ванильный вот такой вот. Знаете, сколько он стоит? $5. $5 такой тюбик. Сейчас мы с вами заходим в саму Victoria's Secret. Вот, пожалуйста, трусы. Полоска, вернее, трусов. Здесь, видите, более такие женственные, более такие классические, скажем, одежды. Вот такие замечательные трусы. Спереди, это сзади полоска. Мне здесь, если честно, ничего не надо. Я просто зашла вам показать. А вот здесь, смотрите, для воркаута. Вот это прикольная кофта, мне такая нравится. Сейчас посмотрю, подождите. Сейчас спортивные всякие маечки. $22 такой стоит. Шортики $20 стоят. О, вот такая мне майка нравится. Мне нравится, когда вот это спереди сделано, вот это переплетение такое. Так, сейчас посмотрим, что у них здесь за дизайн есть. Вот она просто черная такая есть. Смотрите, 2 за $30. То есть, если один покупаю, получается, будет 24. А если я куплю 2, то получается 2 за $30. Качество у них плохое, конечно. В общем, не буду я это брать. Качество га. О, ну-ка это.
это спереди тоже. О, вот этот уже получше идет такое. Вот этот ничего такой. Вот, вот. Вот так. Это спереди или сзади у них такая штука, смотрите. А, это сзади. А этот? А этот спереди. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. В общем, не буду я пока такой брать. У меня как-то было из Victoria's Secret для липчик для вот этих тренировок. И он у меня так быстро сломался и порвался, что я даже не хочу больше покупать. Здесь тоже всякие разные. Пойдем сейчас зайдем в отдел, где всякие вот эти спреи продаются. Спреи, крема их популярные. Тоже постоянно у них проходят акции, там, не знаю, 5-25 или еще что-то. Сейчас посмотрим. Смотрите, какие красивые маленькие ручки Victoria's Secret. Класс. Сумочки, какие прикольные. Вот она, отдел со всякими вонючками. Так, сейчас посмотрим, где у нас цены. $6 каждая. Так, не понимаю по цене. Так, All Mister Lotion, $6 each. Обычная цена $18 each. Окей, okay, сколько мне нужно взять, чтобы был $6 each, then? Не понимаю. Туплю я сегодня, видимо, скорее всего. Don't miss this, $6 each. Окей, okay, все, я поняла. $6 сегодня все, любой из этих товаров, $6. Обычная цена $18, а сегодня это $6. Так, сейчас я отключаюсь и буду выбирать себе пару спреев мне нужно. И потом покажу, что я все, что я купила.